Ехали некстовую. Так, ну го некстовую. Так, что у нас там за персонажик будет? Так, так, так. Я роняюсь. Молодцы, пацаны, задефили, выиграли катку. Красав, ежи. Так. Не может быть, что мимо кассы. Все ссылки должны быть корректны. Все работает. На что-нибудь копишь? Ну, на жилье коплю. На данный момент. Конечно, все кто, все на что-то копят. Я на жилье коплю. Спасибо. Да, первая дота — это интересно. Это не дота 2, которая меняется постоянно. That was my plan. На next слот в кассу. На next. Понял. Вот, ну зачем нужно было вот это вот давать, вот этот лиф? Я не понимаю. Дуралей. Зачем тянуть? Ради чего тянуть? Если вы с Фускаром выиграть не можете. Так, там хилза на next, да, я оставляю. Хорошо. Затянули, молодцы. Молодцы. Не надо мне помогать жильем, спасибо. Только через донат. Успел, зашел, либо через донат. Конкретно в данной игре 4 чела без доната зашли. Все остальное забили по холду. Вот так вот. Я потом хостить не смогу. У меня, в принципе, игр много, да? 1.3 нормально пойдет. We must act. Погнали. Ты ливнул, они шмотки твои взяли и сказали, ща выиграем. Дегенераты, грубо говоря. Но это такой бред. Они с Хускаром выиграть не могут. Они собрались без Хускара выигрывать. Кто в игре там был, я бы вообще побанил бы их. Потому что, ну, это такое себе. Ну, смысл там играть? Сейчас будут мега-крипы. Я в таверне, я без ББ 110 секунд. Челы раздевают, бегут дефить. Но это вот... Я бы, честно, я бы, может, и подефил бы крипов еще минут 30. Но я не видел, с кем там играть. Просто, ребята, ну, некор не жмет, рипер. Остальные что-то тоже как-то вяло. Ну, хз, не видел потенциал. Голую всю игру. Ну, им нравится так. Ты видел, они просто за мной вот так вот по всей карте ходят и все. То есть, они... дефить? Не-не-не. Не варик. Там 1 на 9 игра, я там соло. Но я тупанул сам, я не знал, что настолько все плохо будет с тиммейтами. Я, если бы Аганим не брал, взял бы даггер, я бы додушил вас соло. Но тут видишь, как бы... Дота — это командная игра, говорил Хиназис. Понимаешь? Вот такой смысл. Дота — это командная игра. А получается так, что нахрен эту команду соло выигрывай просто и все. Соло просто вытаскивает эту игру и ГГ. Он сейчас хилиться будет. Да. Есть. Блин, ну СФа много сейчас будет. Идет. Я не читаю комментарии, я как все другие стримеры. Мирана игры не выиграет же. Что-то не знаю. Она тоже слабая. Спасибо за игру. Да не за что. Ты, может, еще одну хочешь пойти? Если хочешь, я next захолжу. Мне не сложно. Не знаю, как сейчас СФа будем перелосхичить, потому что он уже набрал дамаги.
Ладно, как-то передушим его. Хускар или Тускар, кто сильнее? Хускар, конечно. Туск хоть и хорош. Туск это роумер больше, нежели чем что-то иное. Почему old герой не делаешь? Не смотрят. Я начал другую рубрику делать. Давно не донатил. Дико извиняюсь. Да не надо, что ты извиняешься, господи. Не задонатил, надо извиняться. Ты серьезно? Это на других стримах, как бы, наверное, как-то так работает. Донатят от души, а не так, что жопу рвут, лишь бы донат кинуть ради чего-то, не знаю. Я сегодня вообще не заслужил, на Тускаре не выиграл. Ой, на Тускаре. На Хускаре не выиграл, вот и не заслуживаю. Так, но у меня хила нету. Мне нужен хил. Меня уже обходят там, да? Спасибо тебе большое. Михаил, если надо, next, welcome. Пока нет, ну смотри, напишешь. Я, может, сегодня до двух поиграю. Сегодня настроение хорошее, есть настроение поиграть дотку. Не мешай. Не мешай. Ай-ай. Хорошего настроения и приятного стрима, брат. Спасибо, дорогой. Спасибо тебе. Дай бог. Пацаны, СФ-у отдать или нет? Мне кажется, не стоит. Он же сам выложил. Когда у меня артефакты разбивали в игре, я не жаловался, потому что я сам говорил. Я их выложил, соответственно, я виноват. Даешь. 5 килов. Давайте размен делать. Дает 5 хилов, отдаем. Напишешь ты что? Давай, добро. Спасибо. Ну, чел, сам виноват, согласись, да? Отдай, пусть будет честная игра. Нехорошо воровать. А я его заставлял выкладывать? На 5 хилок я поменяю, базару 0, по-честному. Это его ошибка. Он думал, наверное, что я про АФК-шу, нет. Его максимальная ошибка. У меня, помню, так пол Бладстоуна отжали. Было неприятно. Я буду драться. Хорошо. Ну, 5 хилов. Ну, так понятное дело. В этом-то и есть смысл обмена. Музычка 396. Спасибо, Валентин.
Смотри, ты стрим, на душе спокойно и грусти. Все нормально будет. Так, Валентин у меня записан на Next. Хорошо. Валентин на Next записан. Хорошо. Так, прыжочек есть. Рутге. Да, Рутге тут. Эзэ, Рутге это. Страшно. О, Момник еще пришел. Но слишком много. Vigilant. Браконьер, отстань. О, вот это Ару, конечно. Но ему смерть. А, Момник захилит. Антимуга первого. У него блинк. О, найс. Дай вижен. Хорошо. Такое себе. Ладно. Ты парикмахер, нет? Пуком легче попадать, чем кнопками другими. Кук можно как-то более четко рассчитывать. Хорошо, расчет есть. Работаем. Влюблено. Имеется. Хорошо. Ребята там низ задушили хорошо прям. Да дай надамажить. Хорошо. Вот это я понимаю. Аров. Хорошо залетело. Я одолжила эту киску в зоопарке. Как говорится. Как дела? Привет, Робертович. Нормально. Профессия менеджер. Я в магазине работаю. Номера не стрелами, но тут рассчитывать надо, и везение тоже небольшой такой момент. Если тебе везет, у меня бывают такие катки, что каждую стрелу прям, они прям сами бегут на эту стрелу. Бывают такие моменты. Вон, Есефиус с Базилием. Хорошо же есть. Куда пойдешь? Попадаю, по идее, изи. А, вард стоит. Он решил на мид выйти. С диффузом сейчас поинтереснее будет, повеселее. Печалька. Рутге. Рутге. Я не пойду на миду тусить. Я погнал вот этого гонять. Он крипится. Самое легко будет сюда попасть. Крипинг. Хорошо. Я не с той стороны стою. Так я не попаду. Так я не попаду. Not bad. Так, да. Пойдет.
Руну кто-то забрал, да, БДшка? Хорошо. Рутгер стоит под Т-шкой. Ну такое себе удовольствие. Ну это пятиминутка будет на СФа. Бедный СФ пятиминутку поймал. Агара Зугриз. О, вот отсюда надо отходить. Ля, каски душат. Я хочу один браконьерский момент сделать. Мне нужно встать правильно. Сейчас крипы выйдут. Не очень будет. Такая кривая арау. Hello, darkness, my old friend. Понимающий момент. Ладно, мое дело, в принципе, тут подпуш. Но сейчас пофанимся. Hello, darkness, my old friend. Да чтоб тебя. Да чтоб тебя, 2x. Я еще живой, розовый и теплый. Есть такой момент. О, друг. Зови своих подруг. Не кинула, дурочка. Эй, дурочка. Так, 3000 есть, это хорошо. Сейчас будем что-нибудь еще жестче брать. Корешки! А ну это мое все. Ну, такое. Задушили. Я все так и не могу, блин, этот. Ару летит. Эру, флай. Оп, чикен макнаггетсы. Вот это разнос. То есть. О, конечно. Я засмотрелся в чат. Чат сидел, смотрел. Да. Тупо классика, из-за чего еще можно сдохнуть. Посмотреть в чат. Баттерфляй, нет, баттерфляй. Точно не тот артефакт. Печаль. Стрики отдали. Сейчас дерьмо начнется. Эх. Ладно. Рутгер жирный.
меня вчера ДР было, хотел с тобой играть, но не ответил. У меня нету инстаграма, если ты в инсте писал. Я не могу в него заходить. Ты мог тут написать также. Ну извини, я не могу в доту играть, чат читать и общаться. Ты серьезно? Еще и не умирать. Где ты такое видел? Чтобы человек сидел, делал многозадачности. Ты ж видишь, я и чат читаю. Ну я чат смотрел, поэтому умер. Вот вы требовательный. А может еще и нафиг сесть и рыбку съесть? Не хотите, товарищи? Без смертей. Пофиг, это дота. Тут хоть умирай, хоть не умирай. Потому что это все нормально. Вы чё? Вы гоните, что ли? Иди в жопу. О. Ну тут равагу надо отдавать, брат. Ревейдж ты отдай же есть. Сразу дай пузы. У него был ревейдж, он его не отдает. Ладно. Я не знаю, что тут собирать, честно. Эзо. Не знаю, что собирать. Типа, молнию не хочу, буризу не хочу, манта не хочу. Что-то вообще ничего не хочу. Ну вот этот мусор купим. Что делать? Сейчас с ребятами соберемся. Го вместе. Да ну, блин, а чё, типа, без смертей? Да вы чё-то, а чё не агриться? Ну, серьезно, чё за бред? Без смертей выиграть. Да какая разница? Выиграли, проиграли, вообще пофиг. Ты серьезно? Почему пошел дальше, видел пуджа? Там пуч не попадает хуком, чё его бояться? Я отпрыгнуть могу, если даже выхукать. Я на максимальном расслабоне играю. Пофиг, умер, умер, хрен с ним. Что такого? Серьезно. Это называется сесть и рыбку съесть. Ладно, челлендж, а тут что, за что потеть? Просто играем в доту и все. Просто в доту и все. Сейчас будем более аккуратно играть. Что-то пацаны там сильно. Сильно что-то разгорячились, пацаны. Сейв что-то там начал показывать, что доту. О, бэм, да ладно. Ну ты в ашпе. Ты, конечно, в ашпе. Этому ГГ. Вару не успел наперед. Эй, стой. Ай, не успел. Ладно. 60 FPS. Захолдишь next. Ты спонсор прошлого месяца. Два раза умер рак, да. Ну такая логика. Да не, я не понимаю это, ребят. Я играю в расслабон, честно. Вот сегодня, сегодня максимально по кайфу играть стараюсь. Как? Вообще. Левым левой кнопкой мыши дал. И закинул. Так, есть. Хорошо, дорогие, погнали. Можно и рошу, можно куда угодно. Вместе сейчас собираемся, заканчивая. Кинуть тут не будем, наверное. А то скажут еще, три раза на потме умер. Как обычно. Вот вы даете, честно. Я шокирован с вас. А, все, понял, Робертович. Я сделаю, как скажешь. В твоем праве, друг. Что значит, что не угодишь, умер плохо? Не... А, да понятно дело. Да я не парюсь, господи. Я даже не намекал, что ты рак, просто сам нажимаю. Да я, хочешь, я тебе за эти две смерти 50 раз отожмусь. Если тебе от этого легче станет. Типа, ну реально. Ладно бы челлендж, да? Типа, ну, на челлендж, типа, согласен. На челлендж, да. Ой, ты чё, рак, что ли? Ты сдох. У меня сия. Я победю. Ля, я вовремя там отмансил.
Да ладно, забей, что ты так воспринимаешь. Не воспринимай близко. Оп, дорогой попался. Это унижение максимально через жопу ору поймать. Джи-джи. То есть, если золота хватает на любой артефакт собрать с одного клика? Да, именно. Да, нафиг съесть, бананчик съесть. Классика же есть. А чё нет? Круто же есть. Сейчас крипы выйдут. Без крипов будем кидать. Жопкой. Не кинула. Ладно, гоу туда. О, я пуджу попал, да? Пару. Задуши его. Оп. Не надо, пожалуйста. Я еще молодой крокодил. Спасибо. Пукай. Оп. Ой, деревце поймал. Хорош. Исеф, лови. Пацани, ловите. Жопную ару. Нормально же есть. О, Егис на шамане. Круто. Не покупается все. Ну, не все, какие-то артефакты не берутся. Там какие-то многокомпонентные. Ух, нифига ты даешь. Да не швыряет она жопой, прикиньте, браконьерша. Оп, антимугу. О, анстапу был. Был анстапу был? Был. Вопросы есть? О, Льорик конечиков двинул. Ой, ару не откатилась. Очень редко просто хожу, поэтому зову. Да, я забыл, да, ты ж редко заходишь, редкий гость. Сколько бананов осталось? 2 банана, так что завтра, я думаю, еще будет. Не мешай. Не мешай. Можно слот, бро, 28, подчеркивание от. Нет, нельзя, бро. Ты шо? Не кидает, ладно, побежали отсюда. Не-не, я не дам тебе слот, ты что? Спасибо, друг. Давай, на next заходим. Чё там, что если секретного магаза? Секретного магаза есть там какой-то прикол. Шаман молодец, да, Егу взял, побежал. Красава. Красавчик. Так, ну что? Какой артефакт соизволите, сударь, напишите. Инал, напиши, я соберу. Артефакт, который хочешь. Не швырнула. Там, короче, есть тонкая грань, когда кидаешь шару и прыгаешь. Надо в эту тонкую грань попадать. Да она не кидает ее. Через раз кидается. Крыса. Я не буду ее убивать, ты шо, вот эту скотинку. Пойдет. Прыгает вперед, смотрит. Ловкач, значит, бабочка, да? А, понял, вот такая логика, вот, значит, да? Два раза кастовать стрелу. Да нет, одного раза хватает. Тараска. Силач, значит, тараска. Ловкач, значит, бабочка. Видели Старфол, какой кривейший был? Ай, все, услышал.
Нет, и тем более не два раза. Коля, знаток. А не, это сделаем сейчас. Бабочку. Сейчас куру дождемся. Опа. Это плохо. Уходи, дверь закрой, у меня теперь другой. Уджавых укал антимага. Иди сюда-ка, дорогой. О, найс, я опять туда же прыгнул. Ладно, бабочку ждем. Неплохо, неплохо. Уходи, дверь закрой, я бабочку купил. Рапиру, если мужик, дайте мутому, пожалуйста. Модератора есть кто? Этот там ходит, деревья ломает. А, лотарщик, понимаю. А так ты бить не хочешь, да? Опа. Нормальная скорость атаки, люблю. Спасибо, что замутили. КЗ, зачем такое писать? Спасибо за подписку. Да, ну, типа... Ну, я не понимаю, зачем такое писать, но честно, это аморально. Как-то такое. Не хочу показаться там оверчесвэшным, но, типа, это... Зашквар так писать. Да не кидает, курица. Курочка. Сия бабочка, да, типа... Так, ну что, как говорится, два раза сдохли лохи. О, антимуга поймал. Нет. Ой, как хорошо. Я просто как будто взорвался, знаете, месяц терпел и добрался до Секоса. О, антимуг. О, Рутге. Ой-ой-ой. Нет, нет, нет. Я молодая потма еще. Ой, лох, три раза сдох. О, в рифму неплохо. Они байбекаются, как тараканы. Го, закончим. Нормально, весело, весело. То, что я хотел, я получаю. Веселье. То, что я хотел, я получаю. У нас вон Эбиджаман еще есть. Канает бабочка однозначно, газе, но имею в виду плюс к инвентарю. А, ну по виду, да, прикольно выглядит. Но типа, знаешь, импакт нулевой. От молнии больше импакта было бы. Молния это массовый дэмэдж. Плюс ты еще можешь таргет на очень много вливать. То есть ты когда на себя молнию накидываешь, вообще кайф. Крипы бьют тебя, ты вносишь прям уйму урона. Та молния 200, это 150. Дамаги нереальное большое количество. Так, нападение на шамана. Выхукивает у нас путь шамана. Начинается кусание. Ой-ой-ой-ой, очень больно. Змей ставит, кекс дает, нафиг идет. Вот это продаем. К СФу идем. О, антимуга там поймал. Ару, кидай. Антимуг не туда, блин, куй. Кто там? Ты кто такой, да? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Ой, антимуга закусал. Да кинь ты ару нормально. Но это ладно, это засажу в жопу ему прям. Прям в жопу засадил. Бабочку включай, побежал. СФ тут. Ой-ой-ой-ой-ой.
Я его убью. Хорош. Бахгуд убивает там, нифига. Сбивай ему, дорогой. Не поби... Вот я просто даже руки с клавиатуры уберу. Ля, а че не дерешься? Уписился? Давай драться. Ой, СФ, СФ. О! Иди сюда. Давай драться. Дураки убился. Ломай эту контору, ставь змей. Я побегаю влево-вправо как раз. О! Чпоньк! Хорошо! То, что нужно было. Хорошо. Жесть. То, что надо было, спиной ару закинул. Хорошо. Так, диффузил обновили. Гошарды купим. Да, я хотел веселую катку и по кайфу. Такие игры чаще надо играть. Они реально прикольные, веселые, интересные. А не то, что, знаешь, там сидишь, напрягаешься, как на хускаре, и потом никакущий выходишь с игры. А вот такая катка прям кайф. Бегаешь, как истукан. Дамажишь. По кайфу. Весело же. Это кто? Рудги там с аганимом. Это кусачие дело. Вот это у меня скорость атаки. Бабочка не лишняя, как говорится. Лавкач значит Тараска. Не-не-не, лавкач значит бабочка. Ты что? Надо пойти закончить. Там Бахгуд много вносит. Хай. Смотри, смотри. Мне кажется, они видят меня. Хукай. О, какой хук. Хорош. Нормально. Привет, Руслан. Вот такую катку мне нравится играть. Ульту дал, дамажит. Хорошо, плюсуем. Дамажу в БМ, мне пофиг. Прыгаю, мне пофиг. Антимуга убиваю, мне пофиг. От пуджа отхожу, чтоб не укусил. Эх, все равно укусил. Ой, СФ еще кусает. Спасибо за подписку. Ах ты! Ты что тут, браконьер, что ли? Стой. О. Оп. А, на мне мало... Этот, маледикт. Блин, еще один тик будет. Я умер. Я не уследил. Не уследил. И красивое окончание каточки. Пока. Спасибо за подписку. Спасибо. От души, ребят, кто подписывается. Кстати, скоро 30 тысяч подписчиков. Спасибо. Спасибо вам, ребят. Много работаем. Забавная катка. Такие катки мне нравятся.